Для кого-то первая неделя осени – это начало учебного года, для кого-то просто хороший повод вспомнить самые яркие и запоминающиеся моменты лета. Однако для артемовских полицейских это всего лишь очередные дни напряженной службы по охране правопорядка и обеспечению безопасности жителей нашего округа. Результатами работы полицейских на прошлой неделе поделился исполняющий обязанности начальника дежурной части ОМВД по Артемовскому району капитан полиции Алексей Горобец. За период с 31 августа 2015 года по 6 сентября 2015 года в учетной документации дежурной части было зарегистрировано 179 сообщений о происшествиях, в том числе 12 о преступлениях. По итогам проверки возбуждено 3 уголовных дела, в том числе 2 убийства, 1 тяжкое причинение телесных повреждений. По 123 сообщениям принято решение в дежурные сутки. По 31 материалу проверки принято решение вынесения постановления об отказе возбуждения уголовного дела. 14 материалов направлено по территориальности и подследственности. По 24 материалам проверок принято решение о приобщении в специальное номенклатурное дело как не нашедшим свое подтверждение. По 14 сообщениям составлены административные протокола. И 24 сообщения приобщено к ранее зарегистрированным фактам. В дежурную часть ОМВД России по Артемовскому району было доставлено 11 граждан, из которых 10 были помещены в помещение для задержанных. За прошедшую неделю сотрудниками ОМВД было выявлено 474 административных правонарушения, из которых за появление в общественном месте в состоянии опьянения 54. Сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения было составлено 480 протоколов. В ходе проведения профилактических мероприятий на территории Артемовского района было проверено и осмотрено 490 единиц авто и мототранспорта, и 559 лиц было проверено по базам МВД и на наличие неоплаченных штрафов.